А сегодня мы готовим салат мимозы. Смотрите, рецепт по слоям. Я готовлю его очень по-другому. Всем привет! Сейчас покажу, как я готовлю мимозу. Очень нежный, без моркови и картошки. Вот, горбушу баночка, яички, сырки плавные. Сейчас покажу. Первым слоем у нас идет белки кубиком. Отделили мы белки от желтков. Вот, сейчас будем сюда белки крошить первый слой. Я еще одновременно смотрю в ТикТоке это. Все-таки я люблю сериал. Спасибо, кто выкладывает. Очень люблю этот сериал. Первый слой яйца у нас белки. Сейчас майонез. Потом идет у нас сырки плавленых на терочку. Сырок плавленый. Два сырочка тут плавленых на терочку. Сейчас майонез. И дальше у нас идет либо сайра консервированная, либо горбуша. У меня горбуша. Лук. Ну вот, рыбка с луком. Сейчас майонез. Майонез и желтки на терочке. Сверху. Готово. Майонезом смазали. Желточки на терочке осталось на мелкой. И все. И все. Салат у нас готов. Нежный. Получается очень воздушный салат мимозы. И я по такому рецепту готовлю всегда. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Люблю.